Ну что, мы в прекрасном городе Сочи, и здесь у нас будет много всего интересного. Смотрите до конца. Да, сейчас начнется какой-нибудь ураганчик. Там дальше Адлер у нас начинается, река дымка там идет. Дальше Адлеровский пляж. Вот почему купаться запрещено, смоет нахрен волной. Да, погодка портится, пляжи все закрыли для купания, шторм. Судя по всему, скоро будет маленький ураганчик. Или большой. Да, цена ого-го за 100 грамм. Да, ребята, здесь на набережной Сочи парк. Надо идти не на набережную Олимпийского парка, а вот туда. Слушай, какого цвета река становится? Кажется, что очень там приличные цены. А на самом деле... Приехали в курортное такое местечко «Газпром». Сейчас посмотрим, что тут есть интересного. Ура, дельфины! О, красавцы, давайте! Смотри, смотри, ух ты! Кстати, чуть не забыл задать один и тот же вопрос, который все время себе задаю. Медовая арена, где Путин играл. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. Что, мы приехали на набережную Сочи парка. Погуляем здесь, походим, посмотрим, что здесь есть интересного. У нас сегодня плохая погодка. Тучи пришли с Красной Поляны, там вообще поливает, мы сейчас там были. Здесь пока дождика нет, но тучи двигаются отсюда. Там бассейн есть. Туалеты бесплатные. Можно писать сколько хочешь. Да, погодка портится. Пляжи все закрыли для купания. Шторм. Купаться запрещено. На самом деле волны пока спокойные. Но моргает хорошо. Мы пойдем посмотрим водичку. Вот оно, Черное море. Сочей. Очарование. О, вода теплая-теплая, просто вообще огонь. 30 градусов, 100%. О, вода просто теплейшая. Вот почему купаться запрещено, смоет нахрен волной какой-то. Да, ни в Турции, ни в Египте таких волн никогда не будет. Черное море этим прекрасно. Но не только этим. Класс. Побережье огромное, пляж просто огромный. Туда уходит. Туда. Там дальше Адлер у нас начинается, река дымка там идет. Дальше Адлеровский пляж. Судя по всему, скоро будет маленький ураганчик. Или большой. А так теплую погодку здесь. Ну, кстати, развлечений, батутики, бассейны, павильончики, зонтики. Как жалко, нам в погодку не повезло. Хотелось, конечно, искупаться, посмотреть на нормальный сочинский пляж. Солнечный или чистый? Чистый. Так вроде чисто. Пойдем тогда кушать. Да, цены не хухры-мухры. А то кукуруза глядит 350. Да, цена ого-го за 100 грамм. Здесь, рыбка. А, винограда. Рыбка обойдется дорого. А может быть. Да, цены тут. Быть.
Ого-го. Как в центре в Москве. Вообще. Ребята, вот здесь на набережной Сочи парка особо сочинской еды не удастся поесть. Все такое московское, эти цены соответствующие. Может, даже где-то больше. Ну, неудивительно, олимпийский объект. Все новое, все отстроено. Здесь такой самый топ. Поэтому цены такие. Кстати, не ходите по велодорожке. Чтобы вкусить вкус настоящего Сочи, такой, как он был раньше, надо идти не на набережную Олимпийского парка, а вот туда, в сторону Адлера, ну или Сочи. На ту сторону реки Надзимки. Там мы были, там даже поинтереснее можно лагман поесть, чем такого краснодарского Кавказа. Плывем сегодня на Архимедике. Смотрите. Something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. А были случаи, что дельфины кого-нибудь там в игре бабах? Был случай, но это как? Не в игре, а это, когда. Вот барракуда. Видели, когда заходили, может, этот трал, который сеть тянет. И там вот рабочие тоже там немножко поддали. А когда они трал вытягивают, все эти дельфины там штук 20 собираются и ждут, пока они там отсеивают рыбу и их кормят. Вот, и они прям за тралом идут, прям морду ложат на трал. Ну. Вот, и один решил, блин, прыгнуть с дельфинами покупаться. Когда они едят? Нет, там просто были маленьких они кормили. Вот, и он прыгнул и прям на маленького дельфина попал. Ну, а Фалинчик подлетел, его бахнул так, что подлетел метра на три над судном и упал, да? Когда на этот самый. Он его закинул обратно на судно. Угу. Руку, ребра и ногу сломал. Это он упал на железо. Да, ну да, он просто его хвостом бахнул. Заступался. Слегонько. За малыша. Ну обратно. Куда вылез? Давай обратно. Вообще говорят, да, дельфины спасают. Нет, они очень агрессивные. Они наоборот тебя вымещают на своей территории. Ну, я вот плавала с дельфинами. Вы плавали с дельфинами, которые замкнуты на пространстве, которые искусственно выращены. Нормальные дельфины, они абсолютно безопасны. Ну как, девушки, мы с девушкой с одной подплыли, он ей как, дал головой, потому что она подплыла, ему должны были рыбу давать, и она вместе с ним подплыла. И он, видимо, подумал, что делить придется, и вот так вот. Она бедная, у него все покраснело. Не, ну они, конечно, там сидят в замкнутом пространстве, в бассейне. Вас посадить в клетку и водить к вам людей и тыкать пальцами в вас. Вам будет приятно это круглые сутки терпеть? Да, конечно, у них свое терпение заканчивается, и они... выражает свое недовольство таким образом. А тут это открытое пространство. Они захотели, подошли, захотели, отошли. А многие говорят, что они иногда начинают, ну так вот, по телевизору я слышала, что они начинают играть с людьми и, вот, ну, и начинают в игре как бы носом. То есть вот так вот теоретически, если они будут к ним прыгнуть, можно или лучше не прыгать? Прыгать нет, спуститься и поплавать. Да. А не, я имею в виду спуститься там к ним. То есть можно, да? The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. А море теплое-теплое, градусов, наверное, 30 точно есть, прям вообще теплейшее надо. Есть глубина, кстати, 400 метров, вот чуть подальше, уже там 2 километра, говорят. You should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. Сейчас мы паруса откроем, пойдем под парусами. А нам же надо как, чтобы мы идем, да, пофотографироваться, искупаемся, да? Да как хотите. Смотри, у нас Ольга, Ольга лайков. Сколько лайков? Сколько лайков? Освобождаю. Вот они, на нас идут прям. Ну давайте, родненькие. Дайте 5.
Ура, дельфины! На Черном море. Друзья, мы приехали в курортное такое местечко Газпром, недалеко от Красной Поляны. Сейчас зимой, лето, не знаю, что тут делать, но зимой тут на горку, на лыжах можно покататься, на фулерчике, на сноубордах. Сейчас посмотрим, что тут есть интересного. Здесь есть большой центр, мы сейчас будем там играть в боулинг. Посмотрим, что еще есть интересного. А, короче, там на крыше есть открытый бассейн, и он работает даже зимой, можно поплавать. Там на крыше боулинг, всякая развлекаловка там есть. А вот там есть, тут типа зоопарка, хищники там всякие, волки, звери всякие. Ну, не знаю, пойдем мы сегодня туда, нет. На канатной дороге можно еще покататься. Мост через реку Мзымка, как раз которую мы видели, как в Сочи выходит в море прямо. Вот отсюда идет река, и в Сочи туда в море выходит. В Адлере, вернее. Что еще? И вот железная станция тут есть. Вот он, бассейн вот такой вот, если вдруг не поднимемся. Еще каток, я так понял, есть. Лыжи зимой, ватрушки. Развлекательный центр. Александр здесь есть. Как сюда. Блин, вид классный, да? Прям как в этом, в облаках находишься. Смотри, как тут все футуристично. А, это такой этот, да? Работа, дача. На парковку. Только 50%. А где оплачивать? В общем, скидка 50%. Если на 3000, что им тут наделаете? О! Межгалактический шар. Это что такое? Солнце? Да, тебе знаешь, что лучше всего? А. Ты играть в боблинг будешь? Да. Тебе наверх бы подняться, там у тебя космонавтики. А это все бесплатно или за каждый раз надо платить? Нет, ну там походить, посмотреть, что-то поснимать. Здесь бассейн, там этот. А бассейн можно подняться или где надо платить? Нет, бассейн тебе не платят. Короче, так, где просто надо платить? Дорожка в боулинг. Так, боулинг сюда, смотри. Смотрите, даже для инвалидов специальные подъемнички. Тут какой-то ресторанчик. Боулинг паб. Блин, здесь даже аптека есть, кстати. Вот это очень удобно. Естественно, Газпромбанк есть. Как же в Газпроме без Газпромбанка? Так, смотрите, что здесь есть. Гардероб. Тра-та-та, аквапарк даже есть. Аквапарк, обалдеть, в этом здании. Ледовая арена, аттракцион. Все читать не буду. Кому интересно, поставьте на паузу, посмотрите, что здесь есть интересного. Бильярд. Я заодно тоже потом на паузу посмотрю. То есть все, не оббежишь. Времени у нас мало, всего 4 дня. Отдохнуть тоже хочется. Идем играть в боулинг. Да, поэтому в Сочи на самом деле можно смело ехать. Есть чем заняться и в горах, и здесь. Очень классно стало. Атмосфера дружелюбная, комфортная. Поэтому, если вы думаете насчет Сочи, смело езжайте. Здесь есть чем заняться, поверьте. Смотрите, когда идет дождь такого цвета, река становится. Эти с гор смывает все грязевые, песчаные. А так она иногда голубая бывает, когда дождей нету. Зимой она вообще прям кристально чистая. Да вот мы сейчас в Розе Хутор находимся, там вот у нас Газпром получается, здесь Роза Хутор, Красная Поляна у нас туда вниз уходит. Видите, как тут. Здесь, кстати, в Розе Хутор есть кафешка, где мы сейчас пошли. С виду она так презентабельно смотрится, кажется, что очень там приличные цены. А на самом деле цены очень приемлемые. Поэтому, если кто будет, можете заходить сюда, смотрите. Меню покажу сейчас, как там что есть. Такие недорогие цены тут. Баклажаны, это что такое? Там баклажаны, маринад. Приемлемые. Там соусы, обжаривают. Так 150-200, определитесь. Блин, на самом деле цены, да, вообще такие прям. Да. Я прям обалдею.
недорогие. Хотя место такое кажется очень солидное. Пока все, да? Да. О, адрес набережная Полянка. Дом 1. Очень уютненько, тут очень хорошо, небольшая, маленькая кафешечка. Вот оно, это кафе. Блин, я его реально рекомендую. Очень все вкусно, просто высший уровень. Топчик прям. Второй. Знаете, как придумано, чтобы дети могли играть тоже. Оп, шарик бросит и покатился. Вот, вот. Снял. Вон здесь у нас еще ледовая арена, где Путин играл. О, как тут холодно. Давно не было на хоккее. Класс. Айс хоккей. О, красавца, давайте. Смотри, смотри, ух ты. Вон он, смотри, поворачивай сюда. Парка. Сегодня уже совершенно другая погода. И все, естественно, выглядит по-другому. Красиво, солнечно. И можно даже искупаться. О, сегодня ВДВ. Сочинские ВДВшники. Что, друзья, последний заплыв. Самолет. И пока. Здорово, что в аэропорту есть такие массажные креслица, можно расслабиться. Если кто хочет себе такой домой, или не только такой, какой-нибудь другой, ссылка будет в описании на мой интернет-магазин. Вот такой вот массажной всякой штучки крутой. Также внизу оставлю ссылки на мой второй канал по бизнесу и много-много интересных, полезных ссылок про путешествия и не только. Ну вот он и подходит к концу наш отдых в Сочи. Было все очень классно, все очень здорово. Ставьте лайки, пишите комментарии ваши, вопросы задавайте. Если хоть любая информация вам была полезна, пишите внизу просто смайлик или спасибо, или все что угодно. Все, ребята, побольше вам позитивного настроения, побольше позитивных эмоций, вот таких вот красочных видов. Удачи всем и пока. Голосами и идти, просто меняют местами.